Мы просыпаемся от зимней спячки, от цикла сна уже после сегодняшнего дня, после большого толчка, после пробуждения энергия начнет поступать в большом количестве. Медитация – это про наши желания и про то, как мы можем реализовать их. В полном доверии к себе, к своему пространству, к своему сердцу, нам нужно будет с вами хорошенько потрудиться. Здравствуйте, дорогие! Я Мара Балканиди. Приветствую сегодня вас 21 марта, в день весеннего равноденствия. Большой-большой праздник с парадом планет, с большим зазором на будущее. Я не буду рассказывать вам про астрологические сводки и нагнетать состояние тем, что этот день очень важен. Он важен для будущего, он важен для Нового года, потому что это начало нового цикла. С весеннего равноденствия, с весны, с пробуждения природы начинаются и наши человеческие пробуждения. Мы просыпаемся от зимней спячки, от цикла сна. В нас начинают бурлить новые соки, к нам приходит новая энергия и, конечно, новые желания, которые мы с вами так или иначе вынашивали, конструировали внутри себя в течение всей зимы, в течение холодного, спокойного, сонного периода. И теперь уже после сегодняшнего дня, после большого толчка, после пробуждения, энергия начнет поступать в большом количестве для реализации тех самых желаний и мечт, которые мы с вами вынашивали эту долгую и непростую зиму. Я хочу предложить вам в качестве праздничного подарка медитацию. Медитацию-инициацию, в которой я для вас приготовлю пространство, которое будет являться для вас волшебным. Медитация – это про наши желания и про то, как мы можем реализовать их. Сегодня в процессе нашей практики мы будем фильтровать свои желания и сажать их для того, чтобы они проросли. Как всю почву, которая сейчас начинает только пробуждаться и становиться живой, весной будут покрывать семена. Что-то из них прорастет и подарит нам красивую траву, цветы и плоды, а что-то нет. Что нам нужно сделать для того, чтобы семена наших желаний в сегодняшней практике дали плоды? Нам нужно будет с вами хорошенько потрудиться, и делать это будет наше тело. Я предложу вам пойти за мной в трансовую медитацию с бубном, и когда наступит момент понимания своих желаний, вам нужно будет провести такую работу. Вам нужно будет взять свое желание и поместить в центр груди, внутрь вашего тела, и послушать, как ваше тело отзывается, если ваше желание уже исполнилось. Да, вы будете прямо делать волшебство. Вы будете уже смотреть на результат, когда все получилось, и слушать, как отзовется тело. Если в теле будет радость,
свобода, желание расшириться, желание радости, петь песни, танцевать, ощущения приятные в теле, значит, это желание жизнеспособно для того, чтобы прорасти и дать плоды. Если вы чувствуете, что в процессе ваше тело не откликается, то есть желание есть, вы его придумали, вы его выносили, вы посадили его внутрь своего тела, а тело радостью не реагирует. Значит, это семя мы сажать не будем. Значит, это то желание, которое пришло к вам просто из ментала, из мыслей. Оно не имеет отношения к вашей судьбе и к вашему сердцу. Теперь я предлагаю вам начать медитацию. Займите, пожалуйста, удобную позу, сидя с прямой спиной. Закройте глаза и просто слушайте ритм бубна и идите за моим голосом в нашу практику. Практика называется «Сад желаний». Сделайте глубокий вдох с закрытыми глазами. И представьте, что вы сидите на весенней земле. Это лес или поляна. И через нос вы чувствуете запахи весны. Как пахнет земля, как пахнут первые лучи солнца, которые падают вам на кожу. Услышьте птиц, которые поют. Послушайте лес вокруг себя, который пробуждается. Возможно, вы слышите весеннюю капель. Слышите, как чирикают птицы? Лес пробуждается, наполняясь силой и соками. И сделав глубокий вдох этого весеннего, вкусного воздуха, вы откроете глаза в своем лесу и встанете на ноги. Посмотрите, какой лес вас окружает. Это березовая роща или хвои. И вы точно знаете, что где-то впереди вас ждет сад желаний. И вам есть, что пожелать в нем. Сделайте шаг по этой весенней, мягкой, рыхлой земле и пойдите вперед. Вы увидите под ногами своими тропинку. Идите по ней смело. Шаг за шагом. Вы проходите все глубже в лес и все больше ощущаете присутствие весны. И в какой-то момент вы доходите до цветущего сада. Увидьте деревья, которые полны цвета. Быть может, это яблони, вишни, груши, шикарный цветущий сад. И посреди него находится
находится волшебная грядка. Остановитесь возле нее. Возьмите лопату, которая стоит там, и разрыхлите мягкую весеннюю землю. Рядом стоит красивая кадушка, и в ней лежат различные семена. Это ваше желание. Теперь, когда вы подготовили землю, возьмите одно семя в руки. Закройте глаза и подумайте о самом сокровенном вашем желании, которое вы хотите, чтобы непременно исполнилось в этом году. Подумайте об этом желании, как о том, что уже свершилось. И почувствуйте, как вы себя ощущаете. Если оно уже свершилось. Почувствуйте, как вы просыпаетесь с утра. В каком настроении вы готовите завтрак? Что чувствует ваше тело? И если это ощущение радости, трепета, удовольствия, кидайте это семя в сырую землю и берите следующее зерно. Это следующее ваше желание, ваша мечта. И вновь вы представляете, как оно уже исполнилось. И вновь вы чувствуете, как тело ваше меняется. Быть может, у вас быстрее забьется сердце. Быть может, ваше дыхание станет другим. Быть может, вы почувствуете какой-то запах или вкус во рту. Ваше желание уже свершилось. Что чувствует тело? Если ощущения прекрасны, если ощущения хорошие, радостные, вашему телу легко и приятно, это желание созвучно с вашей душой, кидайте это семя в землю. Берите следующее зерно. Сконцентрируйтесь на том, чего вы хотите больше всего. Не боясь, не сомневаясь, просто слушайте, как ведет себя тело. Ваши желания уже свершились в параллельной реальности. Просто прочтите, как вы себя чувствуете при этом. Если хорошо, кидайте зерно в землю. Если вы не чувствуете ничего, или тело говорит вам о том, что что-то не так, оставьте это зерно. Это не ваше желание. Если есть еще желание, берите зерна, чувствуйте и кидайте их в землю. И вот все, что вы желали, посеяно вами в весеннюю плодородную почву. Возьмите красивую лейку, которая стоит рядом, и обильно полейте вашу посадку. С
большой благодарностью поклонитесь весенней земле. Совсем скоро ваши желания прорастут и станут абсолютной реальностью в новом году. Вы сделали важное действие. Вы посадили семена своих желаний. И теперь можете развернуться и по той же тропинке пойти назад, на ту поляну, где вы очутились в самом начале. В предвкушении чуда, в ожидании свершения, в полной уверенности придите на ту точку. Вновь вдохните запах весенней земли. Поблагодарите себя за эти действия. Сделайте глубокий вдох, медленный, спокойный выдох. И откройте глаза. В полном доверии к себе, к своему пространству, к своему сердцу и к великой весне, которая пришла к нам вновь, чтобы пробудить нас, чтобы дать нам надежду, показать новые ростки тех семян, которые мы посадили. Я поздравляю вас с замечательным праздником. Пусть у нас будет светлая дорога. Пусть мечты и желания наши сбываются.